Приветствую вас, уважаемые друзья, подписчики и коллеги по хобби. Продолжаю дальше сборку и покраску автомобиля КАМАЗ от фирмы ICM. И сегодня сделаю пришейдинг на кабину, на кузов. Вы, наверное, кто смотрел ранние части, видели, что пришейдинг сделан. Сейчас сделаю пришейдинг на кабину, пока краска будет сохнуть. Из красок фирмы Tamiya и Ganza намешаю нужный мне цвет и буду красить в зеленый. А пока что возьму черный матовый для пришейдинга. Разведу его ретайдером от фирмы Tamiya. Вот. Намешал черную краску и теперь аккуратненько приступаем.
Сделал пришейдинг. Теперь, пока он подсыхает, буду разводить краску. Для нужного мне цвета буду использовать краску XF58 от фирмы Tamiya и краску H52 от фирмы Master Hobby. То есть цвета будут олив грин и олив драп. Кидаю в баночку два вот таких вот небольших болтика, для того чтобы лучше ее можно было перемешать. Краску XF58 беру 5 частей. Часть это примерно вот столько вот пипетки. Я буду делать двойную порцию, поэтому будет у меня 10 частей. На 10 частей XF58 у меня будет 6 частей H52. Также добавляем где-то 0,5 миллиграмма ретайдера от фирмы Tamiya. Беру шприцом. Теперь перемешиваем. Ну и размешав краску, разводим ее в аэрограф. Развожу я на 5 частей растворителя. Беру 2 части краски. Вот получился такой цвет. Ну и начнем красить. Убираем все в сторону, чтобы нам не мешало. Начнем с кузова, с нижней части. Посмотреть, какой получился цвет.
Закончил, друзья, покраску. Получился вот такой вот красивый цвет. Так смотрится пришейдинг. На этом буду заканчивать данную часть. Дальше нас ждет лакировка, смывка, масляные точки. Кому интересно, продолжайте смотреть. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Спасибо вам, друзья, за просмотры, за комментарии. Спасибо и до новых встреч!